Ну что, друзья, Красная Пресня. Готовимся к выставке Росбилд. Она у нас пройдет 9-12 марта. Как видите, застелили арголит, застелили пленку нашего постоянного партнера компании Тонг. Принимаем блоки. Будем ставить сейчас стенды. Стенды СФТК, НФС, стенды фальцевой кровли. Разумеется, мастер-классы будут. И Тонга, видите, тут дымоходные системы. Виталий, расскажи, что ты будешь демонстрировать. Ты скажи, да. Мы привезли новинку. Вообще вот-вот стоят крайние две палеты. D300, наконец-таки. И Тонг впервые серийно производит D300. Уже месяц мы производим. И, наконец, мы ее представим на выставке. Вот Росбилд. Росбилд, да. Вот на стенде Open Village мы впервые покажем живьем D300 с высокой прочностью. Проведем здесь мастер-класс именно по D300. И как раз это будет такой премьерный показ. Еще привезли, наконец, наши перемычки, которые мы в России делали. Такой предпоказ. Это реальные, грубо говоря, российские перемычки, но они вот в серии. То есть они будут теперь нормальные стоить, как бы, и будут российские, не придется. Да. Мы наконец-таки технически смогли сделать эти перемычки. Поэтому такими новинками порадуем. Влад, ты чуть-чуть расскажи. Вот это небольшая демонстрация, что такое Open Village, что это такое. Вот на примере вот этого маленького стенда. Здесь у нас Итонг рассказывает о своих новинках. Здесь плоская кровля будет рассказывать, как монтировать, как правильно делать, как искать протечки, если есть, как их устранять. Дальше будут две Z-образные стенки, и ты, Денис Никольский, отвечает за то, что будут мокрые фасады на одной и навесные вентилируемые на другой. Разные варианты фасадов. И правый угол будет кровля обычная скатная, но на ней будет демонстрироваться монтаж кликфальца и двойного стоячего фальца. В общем, каждый посетитель, который сюда придет, если это конечный потребитель, он у специалистов здесь на месте узнает, получит ответы на все свои вопросы и поймет, какой блок ему использовать, как утеплять, нужно ли утеплять, если нужно, то чем утеплять, какую кровлю сделать. Да, у нас, сделать. Кстати, будет еще стенд «Штукатурка без утепления». Вот. То, что Виталик любит. Да, вот эти все моменты будем как раз... Ценность Open Village именно в том, что на этой территории собираются специалисты, которые вот Виталя, как бы, скажем так, в углу, когда один говорит о том, что блоки вообще не нужно утеплять, ты в другом углу, когда что тебя никто не слышит, говоришь, что блоки нужно утеплять, бедный клиент не знает, кому из вас, красивому или умному. А тут стоит Влад. Да, здесь и стоит Влад, Open Village. Он вас так всех объединяет и говорит, ну давайте, если будете врать, как бы, вот вам оппонент сразу. Все сразу находят общее решение правильное, и конечному потребителю гораздо легче сделать выбор. Вот ценность у проекта Open Village. Поэтому здесь мы будем в течение 4 дней на эту тему рассказывать. Андрюха будет здесь снимать, вы будете все Андрюхе рассказывать. Это будет все идти в Open Village на YouTube-канал Open Village. Мы еще тоже будем снимать. Мы будем снимать два учебных фильма. По штукатурке и по утеплению. То есть все будем. В общем, вот такую, как мне кажется, очень классную пользу мы несем людям. Так что у нас и пенопласт, и минвата будет, и штукатурка, все. Это отдельный момент. Кстати, вот я с Алексеем-то общался, да? Как бы у нас парадокс в чем сложился? Мы занимаемся малоэтажкой. Если еще более-менее ты с Виталием, вы друг друга знаете, да? Иногда не всю, не одинаковую информацию даете, но, по крайней мере, вы друг друга знаете и можете пообщаться. То фасады, они в принципе не знают никого в малоэтажке, как бы. И вот здесь как раз будет вот это вот соединение специалистов по навесным фасадам, как бы, чтобы знакомство с малоэтажкой, чтобы отработать вот варианты хорошие по фасадам. Вдобавок ко всему у нас Сергей Алехин. Сергей, да. А это вообще да. ЦФС. Да. С ним мы пообщались, и вот я говорю, ну давай. Это уже многоэтажки. Да. В общем, круто будет все. Ну что, господа, видите, вон уже дымоходные системы. А это чья система? Это система Харт немецкая, совместно с Ютонг, соответственно.
Понятно. Building Skin Россия. Чемпионат мокрых и вентилируемых фасадов закончился. Теперь у нас новое мероприятие. Выставка Росбилд. Стенд Open Village. Как вы видите, мы привезли газобетонные блоки нашего постоянного партнера компании Тонг. Монтируем стенды. Здесь у нас будет стенд НФС, навесные фасадные системы. Здесь будет высотка. Здесь у нас будет вентилируемый фасад малоэтажка. Здесь у нас будет СФТК мокрый фасад. С обратной стороны штукатурный фасад без утепления. Система Baumit. Видите, мы привезли и клима МПА-35, NivoFix, ProContact, StarContact. В общем, все. Здесь у нас фальцевая кровля, система утепления. Сергей с Садоятом, видите, сами монтируют, занимаются, готовят все. Пенополистирол Мустрой 31. На цоколе у нас пеноплекс. Сетки Баутекс. Бийские фасадные дюбеля наши любимые. Мы их очень любим. Дима Занегин привезет нам, разумеется, систему плоских мембран кровель. Дело к вечеру. Ребята заканчивают монтаж стендов. Немножко еще осталось у нас блоков. На всякий случай мы брали. Вдруг что-то разобьется, испортится. Вот, ребята. Это вот сторона. Здесь у нас будет сайдинг. Это у нас НФС будет. Верх чуть-чуть посильнее делай, потому что долбить будут вентфасадчики здесь. А здесь у нас СФТК. Хорошая ножовка. Ставим, конечно, на пару точек, потому что нам потом все это дело разбирать, разбивать и выкидывать. Росбилд. Красная Пресня. С 9 по 12 марта. Приходите. Стенд Open Village. Здесь вы увидите вентилируемые фасады. Здесь у нас будет, на этой стороне, будет сайдинг. Grand Line. Перекрестное утепление на брусках. Ну, наши партнеры Окна Века и Тонг. Блоки, видите. Из них мы сегодня смонтировали стенды. Дальше. Эта сторона. Фасадный союз. Вентилируемый фасад. Навесная фасадная система. Альтернатива. Здесь будет монтаж. Здесь у нас наш любимый Баумит. СФТК мокрый фасад. Утепление с пенополистиролом, с минерал-ватной плитой. Пенополистирол, разумеется, Мострой 31. Минерал-ватная плита Парок.
и наш любимый пеноплекс на цоколе. Ну, наши партнеры, разумеется, компания Bautex, панцирная сетка, фасадная, архитектурная, стеклотканевая сетка. Будут бийские фасадные дюбеля, элементы примыкания, капельники, белопласт. Все как полагается. Значит, мы здесь покажем вам еще интересную вещь. То, что не было на фасадном чемпионате. Утепление оконных откосов с применением клей-пены. Ну, интересная достаточно технология. Очень сильно убыстряет утепление, производство работ. То, что касается вот этой стороны. Здесь у нас с вами будет штукатурка без утепления. То есть, видите, мы сейчас заранее прогрунтовали, потом выполним. У нас есть специальный адгезионный образ, называется шприц. Мы его нанесем на поверхность, видите, шприц. Установим маячки. Кстати, маячки мы забыли купить. Еще не вечер. Еще не вечер, завтра надо привезти. И нанесем штукатурку МПА-35. Дальше мы еще что покажем вам. Клима-Вайт, штукатурка специальная, которая используется на внутренней отделке. Это штукатурка и наружная, и внутренняя. Это штукатурка для внутренней отделки. Также у нас, разумеется, будет искусственный камень White Hills. Мы еще сейчас подумаем, где его будем использовать. И будет у нас обязательно клинкерная плитка, штрое наших постоянных партнеров. Так что вот видите, здесь у нас фальцевая кровля. Ребята приедут, как видите, все напилено, все показано. Потому что вы сами представляете, если здесь начать пилить, это будет что-то. Но ребята четко вам покажут всю технологию, перекрестное утепление. Обратите внимание на стропила. То есть вы увидите весь пирог. Как будет утепление выполнено с минераловатной плитой парок, которая вот привезена. С пленками, со всеми, но это их вопрос. Здесь еще что будет очень интересно. То есть, вот обратите внимание, картины металлические. Здесь будут гнуть фальц, там ребята все будут показывать, как и что это делается. Не буду трогать, потому что не умею, не знаю, честно скажу. В этой зоне у нас будет наш партнер, который занимается УШП, утепленная шведская плита. Он будет показывать и рассказывать, готовить стенд. Еще не привез. Дальше. В этой зоне у нас будет мастер-класс нашего партнера постоянного, компании Тонг. Виталик, разумеется, все склеит. Все будут испытывать. И у него первый раз презентация здесь происходит газобетонных блоков и Тонг D300. Дальше. Обратите внимание. Система дымоходов. И Тонговская. Их партнеров. Интересно, видите. Перемычки. Газобетонные. Ну, а здесь у нас будет наш любимый Дима Занягин со своей электрошваброй. Вы на Building Skin России тоже увидели. Он опять будет рассказывать и показывать, как монтируются плоские мембранные кровли. Будет показывать, как проверяются проколы, протечки, порезы, и как все это дело лечится. Это вы все увидите, это будет вот в этом углу. Так что приходите, будем рады. Ждем вас 9-12 на Красной Пресне, на Росбилд. Российская строительная неделя.